горлом! Давай, вперед! Утром 12 июня 1812 года по трем мостам, наведенным через реку Неман, переправлялись полки самой мощной армии мира. По одному мосту шла пехота, по другому — конница, по третьему — артиллерия. Французы и поляки, итальянцы и австрийцы, пруссаки и испанцы, португальцы, голландцы — представители многочисленных германских княжеств. Войска 12 языков. Так называли эту армию русские. Возглавляемая императором Франции Наполеоном, она вторглась в пределы Российской империи. Марта 1811 года французский астроном Оноре Флагерье обнаружил в космосе комету, которая стремительно приближалась к Земле. Большая комета с обозначением C1811F1, видимая в небе невооруженным глазом в течение 290 дней, наводила ужас на жителей Земли. О ней говорили как о предвестнике страшных бедствий, разрушений и катастроф. А в России она навсегда осталась кометой 1812 года. Франция, 1799 год. Париж радостными криками встречает героя военных походов в Италию и Египет, генерала Бонапарта. Не прошло и месяца, как популярный среди солдат 30-летний командующий, поддержанный заговорщиками и армией, разогнал директорию, главный орган исполнительной власти, и провозгласил себя первым консулом Франции. А через 5 лет — императором. Амбициозный диктатор Наполеон проводил жесткую внутреннюю политику. А полководец Наполеон успешно завоевывал для Франции новые территории. К 1809 году Европа практически полностью была покорена Наполеоном. Оставалась Англия, которая, несмотря на объявленную блокаду, экономически сохраняла свое лидерство в мире. Узкая полоска вод Ла-Манша и поражения на море удерживали Наполеона от прямых военных ударов по острову. Он планировал сломить Британию, лишив ее колоний, и в первую очередь Индии. Один из путей в Южную Азию лежал через Россию. Однако это ли было первопричиной военной кампании против России? Формального объявления войны не было. Наполеон скрывал свои намерения даже от собственного сената. И лишь накануне переправы солдатам прочли воззвание императора. Положить пределы горделивому влиянию России, которое она проявляла в течение 50 лет на дела Европы. Наполеон рассматривал Россию как одного из сильнейших противников и к войне с ней готовился тщательно. По приказу Наполеона в Россию забрасывалось большое количество шпионов, которые собирали сведения о российской армии и будущем театре военных действий. Предпринимались попытки подорвать российскую экономику изнутри путем распространения фальшивых денежных купюр. Понимая, что путь в Россию не близкий, по предполагаемой дороге следования французских войск создавались запасы продовольствия и боеприпасов. Вдоль реки Вислы от Варшавы до Данцига находились артиллерийские и продовольственные склады.
Крупнейший из них был в Данциге. К январю 1812-го там располагался запас продовольствия на 50 дней для 400 тысяч человек и 50 тысяч лошадей. Переустройством русской армии занимался генерал Аракчеев, ставший в 1808 году министром военно-сухопутных сил России. Изменения коснулись комплектования и обучения строевого состава, учреждения рекрутского депо, должности дежурного генерала и многого другого, но наиболее плодотворными были преобразования в артиллерии. В январе 1810 года новым военным министром России стал Барклай де Толли. Ваше высокопревосходительство, государь-император примет вас через 5 минут. К этому времени русская армия по организации и вооружению была одной из самых передовых в мире. Барклай де Толли Михаил Богданович, генерал-фельдмаршал, военный министр России. В начале войны командовал Первой Западной армией. Осуществил план отступления и спасения русской армии. В ходе Бородинского сражения непрерывно находился на передовой. Поддержал план Кутузова по оставлению Москвы. Во время похода в Западную Европу главнокомандующий русско-прусской армией. Ваше высокопревосходительство, вы можете войти. В апреле 1810 года по инициативе Барклая де Толли впервые в мире была создана служба военных агентов. Позже их стали называть атташе, прикомандированных к русским посольствам. В Париже в скромной должности советника русского посольства по финансам состоял Карл Нисельроде. Фактически же он служил посредником между Александром I и Талейраном, бывшим министром иностранных дел Франции, ставшим осведомителем российского двора. Шифровки с французской дипломатической перепиской, подписанные псевдонимом Танцор, регулярно ложились на стол русского императора. Александр знал о планах Наполеона втянуть в крестовый поход против России Швецию, Австрию, Пруссию и Турцию. Швеция. 24 марта 1812 года в Петербурге Россия подписала мирный договор со Швецией. Австрия и Пруссия. Оккупированные французами, они были союзниками Наполеона. Но Александр I сумел добиться от них обещания не вести активных боевых действий против России в случае русско-французской войны. Турция. С 1806 года в состоянии войны с Россией. Наполеон рассчитывал, что значительные силы русской армии будут сосредоточены на Дунае. Но успешные Рущукско-Слободзейские операции нового командующего генерала Кутузова решили исход войны. В 1812 году, за месяц до вторжения французов, Турция заключила с Россией Бухарестский мир. Отдавая приказ о переправе через Неман, Наполеон еще не знал, что дипломатическая изоляция России не удалась. Ослепленный своим владычеством в Европе, он верил в могущество великой армии и опирался на информацию, что условия для нападения на Россию весьма благоприятны. Часть русских войск все еще находилась в Бессарабии. Несколько дивизий стояло в присоединенной Финляндии. Большие силы были оттянуты на Кавказ, где Персия готовилась напасть на русское Закавказье. На западной границе России находились 3 русские армии, численностью не более 220 тысяч человек. Им противостояли 614 тысяч солдат Наполеона. Всего же французская армия насчитывала более 800 тысяч солдат разных национальностей. Passage interdit! Стой, прохода нет. Свои приготовления к нападению французы тщательно скрывали. Солдатам и офицерам запрещалось даже приближаться к Неману. Сохранял конспирацию и сам Наполеон. Утром, накануне форсирования реки, он переоделся в польскую шинель и в сопровождении свиты отправился к месту переправы. Анарьер! Когда император возвращался в лагерь,
С ним случилась неприятность, которую в армии истолковали как плохую примету. Это там все! Будь аккуратнее. Vous êtes blessé, monsieur. Вы не ушиблись, сэр? Лапин, мой. Проклятый заяц. Мы сделали бы гораздо лучше, если бы не переходили через Ниман. Это падение — дурное предзнаменование. Это всего лишь заяц, мой дорогой Луи. Сел. Это всего лишь заяц. Вечером французские инженеры навели на Немане мосты, и утром 12 июня на русский берег стали переправляться войска. Наполеон жаждал немедленного сражения с русской армией. Внезапность и численное превосходство гарантировали ему успех и в первой битве, и в военной кампании в целом. Русская армия не может просто так отступить из Литвы и оставить Польшу без боя. Она не может это сделать хотя бы потому, что в таком случае обесчестит себя в глазах поляков. Утро 12 июня принесло Наполеону первое разочарование. Сир, армии императора Александра в окрестностях нет. Да, погода сейчас для охоты не к черту. Господа, да, я через третьего поручика. Генерал! Дамы, вы знаете, она мне кому-то четко напоминает. Ваше превосходительство! Возможно, ну что? Мадам. Слушаю. Русский император находился на балу в загородном доме генерала Бенниксона. Получив известие о начале войны, Александр приказал адъютантам держать новость в тайне. Лишь поздним вечером, вернувшись к себе, он занялся распоряжениями. Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда не останется ни одного вооруженного неприятеля на моей земле. Александр I, внук Екатерины II, старший сын императора Павла I. Екатерина считала своего внука талантливее Павла и хотела, чтобы после нее именно он занял престол. Александр и его брат Константин воспитывались по-спартански. Спали на жесткой постели, вставали рано, ели простую пищу. Александр пришел к власти после дворцового переворота, в результате которого Павел I был убит заговорщиками. Император считал себя республиканцем, слыл гуманистом и прирожденным дипломатом. Вечером следующего дня, 13 июня, русский император покинул Вильно, оставив воззвание к войскам. В них издревле течет громкая победами кровь славян! Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу! Я с вами, на зачинающего Бог! И все же Александр предпринял последнюю попытку остановить войну. К Наполеону с письмом отправился министр полиции, генерал-адъютант Балашов. Балашов Александр Дмитриевич, генерал от инфантерии, министр полиции. Всю войну 1812 года находился при Александре I. Принял самое активное участие в организации народного ополчения.
участвовал в заседании совета, избравшего графа Кутузова главнокомандующим. Балашов предложил французским войскам вернуться на Неман и там приступить к переговорам. Александр насмехается надо мной. Не думает ли он, что я вступил в Вильно, чтобы вести переговоры о торговых договорах? Шпага вынута из ножен. Я пришел, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных варваров. Что мне передать императору? Скажите, а какая дорога до Москвы короче всего? К Москве ведут несколько дорог. Карл XII, например, выбрал дорогу через Полтаву. Наполеоновская армия шла на Москву. Армия, не знавшая поражений. Армия с железной дисциплиной и высоким моральным духом. Армия, ведомая талантливыми полководцами своего времени. Самойлов, мать твою! Я же сказал, эти мешки в огонь! Вот те на подводу! Слушай, давай быстро у меня все! Гляди у меня там! Слушаюсь! А мне не хочется. Да кто его знает? Никто не говорит. А куда идем-то? Иначе отступаем. Видишь, казаки бегут. Да, чисто. Не по плечам. Русская армия оставляла Вильно. Из города вывозилось все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность для неприятеля. Что не поддавалось транспортировке, сжигалось. Уже вечером главные силы французов входили в Вильно. Польская шляхта встречала их как освободителей. Развивались знамена. Горожане преподнесли Наполеону ключи от города. Но через три дня начались грабежи мирного населения. Сбором продовольствия у населения занимались все армии мира. Специальные воинские команды должны были расплачиваться с населением деньгами или выдавать расписки. Но во время войны цена любой бумажки была ничтожной. Крестьяне не желали делиться своими запасами ни с соотечественниками, ни тем более с чужой армией. В походном марше голод гнал солдат в дома местных жителей, у которых они отбирали или воровали продукты. Командованию русской и французской армии приходилось принимать самые строгие меры в борьбе с грабежами. Во французской армии за вооруженный грабеж и рукоприкладство суд приговаривал военнослужащего к расстрелу. За воровство у хозяина дома полагалось 10 лет каторги. За воровство у своих товарищей – 6 лет. И чем дальше французская армия уходила вглубь Российской империи, тем труднее было поддерживать дисциплину. За первые 40 дней марша в некоторых французских дивизиях, не участвовавших в боевых действиях, потери личного состава от голода, болезней и дезертирства доходили до 30%. Анри, быстрее, быстрее. Ни одного выстрела потеряли на марше от 40 до 50% личного состава. У
Утром по звуку труб эскадроны и полки продолжили свой нескончаемый марш. На восток. Вперед к далекой, неведомой и загадочной Москве. Первые данные разведки о количестве французских войск вызвали в русском штабе некоторое замешательство. Александр, зная, как Наполеон любит преувеличивать свою мощь, не хотел верить донесениям казаков. Но сложность положения русских армий была очевидна. Первая западная армия под командованием Барклая де Толли располагалась в Литве. 12 русских дивизий противостояли 17 французским во главе с самим Наполеоном и генералом Эженом Багарне. Вторая западная армия во главе с генералом от инфантерии Багратионом прикрывала Белоруссию. Против его 6 дивизий были брошены 11 французских дивизий генерала Жерома Бонапарта и маршала Даву. Третья западная армия генерала от кавалерии Тармасова размещалась на Волыни. Ей противостоял австрийский корпус генерала Шварценберга. Силы Тармасова, отрезанные Полесскими болотами, не могли быстро соединиться с первой и второй армией. Дунайская армия адмирала Чичагова находилась в Молдавии. Между Россией и Османской империей уже был подписан мир, и Чичагов в любой момент был готов выступить на помощь остальным силам. Таким образом, русские войска были разбросаны вдоль западной границы на 800 километров. Сражаться с более многочисленной армией врага на кордоне было бессмысленно. По довоенному плану Александра I армия Барклая де Толли должна была отступать на север Белоруссии к Дрисскому лагерю. Дрисский лагерь – земляная крепость на левом берегу Западной Двины, построенная по проекту немецкого военного теоретика генерала Фуля. Предполагалось, что здесь примет генеральное сражение первая армия, поддержанная на флангах и в тылу неприятеля второй армией. Состояние лагеря инспектировал генерал Бенниксон. Увиденное произвело на него удручающее впечатление. Крепость оказалась никуда не годной. Неудобное месторасположение и плохие укрепления могли стать смертельной ловушкой для русских войск. Генералы настаивали на отступлении к Смоленску, чтобы у стен города объединить силы двух армий. Первая и вторая русские армии получили приказ отступать к Витебску. Для прикрытия дороги на Псков и Санкт-Петербург выделялся отдельный корпус под командованием графа Витгенштейна численностью в 24 тысячи человек. Определенную неразбериху в действия русского командования вносило присутствие при генштабе Александра I, его брата, министров, советников и свиты. Барклай де Толли вынужден был каждое свое распоряжение согласовывать с императором и его окружением. Генштаб погружался в атмосферу дворцовых интриг и противостояния различных партий. В сложившуюся ситуацию вмешался государственный секретарь Александр Шишков, призвавший в союзники министра полиции Александра Балашова и члена Государственного совета Алексея Аракчеева. 6 июля первая армия прибыла в Полоцк, где русский император решился оставить войска и уехать в Москву. Но с отъездом царя встал вопрос, кто же станет главнокомандующим – Барклай де Толли или Багратион? Багратион Петр Иванович, генерал от инфантерии. Начинал службу в 17 лет сержантом. Любимый ученик Суворова. Прославился в бою при Щенграбине в 1805 году, когда с отрядом в 6 тысяч человек сдержал натиск 30-тысячного французского корпуса. Во время Отечественной войны командовал 2-й западной армией. В Бородинской битве был тяжело ранен и спустя 17 дней умер. Александр I сделал свой выбор. Ну что ж, дорогой мой, доверяю вам свою армию. И запомните одно, что другой у меня нет.
главнокомандующим первой русской армией, был назначен Барклай де Толли. Отныне Багратион переходил к нему в подчинение. Москва встретила императора с воодушевлением. Манифесты Александра I к русскому народу, жителям Москвы и о созыве народного ополчения вызвали невероятный патриотический подъем. В 16 губерниях России создавались формирования народного ополчения, а в Украине, на Дону и на Урале – казачьи полки. Крестьяне с согласия помещика охотно шли на войну, надеясь получить вольную. Только Московская губерния обязалась снарядить и выставить 80 тысяч человек. Частные лица на свои средства формировали, одевали и вооружали батальоны и эскадроны. Дворянство записывалось в армию. В храмах служили молебны о спасении России. Митрополит Платон вручил русскому императору чудотворный образ Сергия Радонежского, который Александр передал московскому ополчению. Чё там, Самойлов? Самойлов! Ну чё там? Водка, ваше благородие. Водка? Водка! Как с ней прикажете? Ваше благородие! Чё? Французы! Далеко? В Ирске! Ох, ём! Так а чё с водкой-то делать? Пущай выпьют за наше здоровье. Давай, курицу оставь! И быстрее, Самойлов, быстрее! Армия Наполеона вступила на белорусскую землю. Но солдат встречали пустые деревни и городки. Жители покидали родные места с отступающей русской армией или уходили в леса. Отряды казаков при появлении противника поджигали дома, амбары и административные здания. За все отступление русской армии французы не захватили ни одного раненого, ни одной отставшей повозки. Прошло всего несколько недель похода, а во многих французских полках уже числились сотни заболевших, отставших, пропавших без вести и дезертиров. Длительные переходы и отсутствие кормов истощили лошадей. Вскоре начались и первые сражения, на которые так рассчитывал Наполеон. Отчаянная храбрость и решимость русских стоять насмерть удивляли видавших виды французских солдат и офицеров. В конце 18-го, начале 19 веков применялась линейная тактика ведения боя. Наполеоновская армия успешно использовала атаку в колоннах. Пехота или инфантерия была вооружена кремневыми ружьями весом от 4 до 5,5 килограмм. Патрон к ружью представлял собой бумажную трубку с зарядом пороха и пулей в ней. Чтобы перезарядить ружье в боевых условиях, стрелку требовалось около 20-30 секунд. Разорвав зубами патрон, солдат отсыпал немного пороха на полку замка, высыпал остальной порох в канал ствола, а затем туда же шомполом забивал пулю и пыш. Оставалось прицелиться и спустить курок. Дальность выстрела составляла 140-200 метров. Точность выстрела была невысока и зависела от силы ветра, количества и качества пороха и других факторов. И во французской, и в русской армиях применялся трехширеножный строй. Для обеспечения максимальной огневой мощи применялось развернутое линейное построение. Чем больше стрелков вело огонь, тем выше была вероятность попадания. Во время боя стороны постепенно сходились. Подойдя на расстояние выстрела, командиры приказывали солдатам открыть огонь. После нескольких залпов одна из сторон либо начинала отступать, либо бросалась в штыки на неприятеля. При этом строй не переходил на бег, а лишь ускорял шаг, выставив вперед штыки. Плотная, ощетинившаяся штыками линия производила на противника ошеломляющее впечатление. —
12 июля 1812 года под деревней Островно у Витебска передовые кавалерийские части французов столкнулись с арьергардом 4-го пехотного корпуса генерала Остермана Толстого, прикрывающего отступление армии Барклая де Толли. Ваше превосходительство! Неприятель в 5 верстах от нас. Остерман Толстой Александр Иванович, генерал от инфантерии. Заключение Тильзитского мирного договора с Наполеоном не принял. Неожиданно подал в отставку. Возвратился в армию с началом Отечественной войны, приняв командование 4-м пехотным корпусом. Ночью в нескольких километрах от местечка Бешенковичи отряд французской кавалерии увидел идущих впереди солдат. Французские гусары спокойно двинулись вслед за неизвестными, принимая их за своих. Вдруг те открыли стрельбу. Оказалось, что это русский арьергард, получивший приказ задержать неприятеля. С боем войска подошли к Островно. Следующего дня прибыл командующий французской кавалерией маршал Мюрат и приказал обстрелять позиции русских из пушек. 4-й русский корпус нес большие потери, в одиночку прикрывая отход 1-й армии. Что прикажете делать, ваше превосходительство? Тогда-то Остерман и отдал свой знаменитый приказ. Ничего не делать. Стоять и умирать. К вечеру французы начали обходить правый фланг русских, и Остерман отступил. На рассвете следующего дня к его полкам присоединилась дивизия Коновницына, и бой возобновился с новой силой. Коновницын Петр Петрович, генерал от инфантерии. Человек невероятной смелости и необычайной доброты. При отступлении позволял солдатам брать в обоз желающих уехать жителей. После Бородинской битвы командовал 3-м пехотным корпусом. Затем был дежурным генералом штаба Кутузова. С 1815 года военный министр Российской империи. Пехоту Коновницына с двух сторон атаковали войска Багарне и Мюрата. Близко не подпускать! Гладь, цельс, бли! Плотнее ряды! Орлами стоять! Трижды русские войска бросались в контратаки. Хорватский батальон Багарне был полностью уничтожен. Среди французских войск возникло замешательство, но они продолжали наступать. К 3 часам дня французы начали обходить позицию Коновницына с флангов. Чтобы избежать окружения, генерал приказал отходить. Силы Мюрата были настолько истощены, что он не бросился вслед за русскими. Однако прибывший на место боя Наполеон приказал немедленно начать преследование. Император понимал, что Коновницын лишь прикрывает отступление Барклая де Толли, который спешит соединиться с войсками Багратиона. До самой ночи русские пехотинцы шли, непрерывно отстреливаясь. Барклай де Толли уже стоял у Витебска, ожидая армию Багратиона. Он готовился дать сражение силами 2 армий. Но на долю Багратиона и его солдат выпали тяжелые испытания.
Наперерез второй армии, стремясь разбить русские армии по частям, Наполеон бросил два корпуса. Правое крыло французской армии возглавлял брат Наполеона, Жером Бонапарт. По оценке французов, они выставили не менее 90 тысяч своих солдат против 45 тысяч русских. Войскам Багратиона грозило окружение, но они сумели уйти. 28 июня Багратион разгромил авангард войск Жерома и двинулся в направлении Минска, не зная, что город уже взят войсками маршала Даву. Дорога на север Багратиону была закрыта. Даву Луи Николя, маршал Франции, соученик Наполеона по военной школе. Один из самых талантливых французских военачальников. При Бородине лично повел в атаку пехотный полк, был контужен. В 1814-м с корпусом войск оборонял Гамбург, даже узнав об отречении императора. Но французы упустили возможность окружить Багратиона. Легкомысленный брат Наполеона 4 дня отдыхал в Гродно. И хотя его войска продолжали наступление, вторая армия сумела уйти. Из письма Багратиона Ермолову. На силу вырвался из аду. Дураки меня выпустили. Багратион шел к Могилеву. Армии предстояло переправиться через Днепр, выйти к Витебску и там соединиться с войсками Барклая де Толли. И вновь Даву опередил. Корпус маршала занял Могилев и деревню Салтановку, преградив дорогу Багратиону. Только разведка боем могла дать ответ о составе войск противника, чтобы затем определить дальнейший путь продвижения армии. Ваше высокопревосходительство, французы! Николай Николаевич, силы неприятеля неизвестны. Но если там только передовые отряды, вы их опрокинете. Если же нет, то хотя бы свяжите его боем. Это даст мне возможность перейти через Днепр. С Богом. Раевский Николай Николаевич, генерал от кавалерии. Участвовал в военных действиях против турок, поляков и шведов. Командовал 7-м пехотным корпусом. Героически проявил себя в сражениях под Салтановкой, Смоленском, Бородином. Силы Даву насчитывали 12 тысяч человек против 15 тысяч Раевского. Свою кавалерию и артиллерию французы разместили на закрытой и пересеченной местности. Русским же предстояло преодолеть глубокий овраг перед позициями неприятеля. Утром 11 июля Раевский двинулся вперед. Он поручил дивизии генерала Паскевича обойти позицию французов по лесным тропам. С боем заняв деревню Фатово, русские батальоны неожиданно были атакованы французами. Вследствие разных причин наступление Раевского с главными силами началось позднее действий Паскевича. Смоленский пехотный полк был встречен сильным огнем со стороны противника. Раевский лично возглавил атаку, но его войска сумели лишь отбросить французский батальон за ручей. От пленных Раевский узнал, что впереди основные силы Даву. Дорога на Витебск была закрыта. Багратион отправил курьера к Барклаю. Он сообщал, что вынужден идти к Смоленску, где и надеется встретиться с первой армией. Даву ждал, что на следующий день на него обрушится вся мощь русских и срочно укреплял позиции. Однако ночью основные силы Багратиона перешли Днепр у Нового Быхова и ушли от преследования. Лишь спустя 2 дня Даву понял свою ошибку и бросился в погоню. Но поздно. Армия Багратиона уже шла к Смоленску. Когда Наполеон узнал, что его брат Жером упустил Багратиона, он пришел в бешенство.
Все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только мог представиться на войне, потеряны вследствие этого странного забвения элементарных правил войны. Обиженный Жером демонстративно оставил свой пост и уехал в Кассель. Поздно вечером 14 июля французы подошли к Витебску, занятому Первой армией. Наполеон жаждал победы, стягивая к городу все новые силы. Стояла невероятная жара, войска поднимали тучи пыли. Ветераны Великой армии вспоминали Египет и сирийские пустыни. Не хватало воды. Передовые отряды осушали колодцы до дна, и полкам, идущим следом, доставалась лишь мутная жижа. Люди теряли силы, гибли лошади. Наполеон пытался понять планы Барклая. Будет ли он, наконец, сражаться? А Барклай де Толли ждал вторую армию. Но утром к нему прибыл посланник от Багратиона, князь Меншиков. Ваше высокопревосходительство, вторая армия движется к Смоленску. В этих условиях начинать сражение было бессмысленно. Весь день 15 июля Наполеон изучал позиции и подтягивал к Витебску новые части. Мюрат непрерывно находился на передовой. В русском лагере горели костры. Было слышно, что там готовятся к сражению. Из послания Наполеона Мюрату. В 5 часов утра мы начинаем атаку. Как ушли? Куда? Как 100 тысяч человек могут бесшумно покинуть лагерь и бесследно скрыться? Один из адъютантов наткнулся на русского солдата, безмятежно спавшего под кустом. Но от него так и не добились никакого ответа. Куда ушли русские? В Петербург или в Москву? Дилю, парблю! Император велел подходить к русскому лагерю со всеми предосторожностями, опасаясь засады. В лагере царила мертвая тишина. Необходимо было понять, что все это значит и что предпринимать. Принял ли Барклай де Толли решение сражаться, или русские отступают, заманивая французов вглубь России? Французы вошли в Витебск. На улицах ни души. Я намерен окончить кампанию здесь, в Витебске. Подвести резервы и ждать мирных предложений от Александра. В Витебске Наполеон узнал о заключении мирного договора между Россией и Турцией. Вскоре пришла еще одна шокирующая новость. Сир, генерал Ренье разбит. Союзники Наполеона, австрийский корпус генерала Шварценберга и саксонский генерал Ренье прикрывали фланги наполеоновской армии от действий 3-й западной армии генерала Тармасова. Выполняя предписание Барклая де Толли, Тармасов атаковал с фланга и в тылу неприятеля, который устремился против князя Багратиона.
Тормасов Александр Петрович. Генерал от кавалерии. Участник русско-турецкой войны. При Павле I был отправлен в отставку, но через год вернулся в армию. Ближайший помощник Кутузова. Участвовал в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой, Красным. После войны член Государственного совета, генерал-губернатор Москвы. Дивизии Тормасова, заняв Брест, атаковали саксонский гарнизон генерала Ренье в Кобрине. После жестокого боя саксонцы сложили оружие. Ренье, узнав о поражении своего гарнизона, отступил к Слонему, прося помощи у Наполеона. Корпусу Шварценберга идти на помощь Ренье. Свои войска я веду к Смоленску. Я считаю, что это неправильно. Но французские генералы высказались против подобного плана. Они утверждали, что тактика русских – отходить вглубь страны – означает для французской армии одно – гибель. Говорили о падеже лошадей, недостатке провианта, выжженных деревнях и огромных расстояниях, которые солдаты преодолевают в условиях жары и нехватки воды. Je suis très enrichi, mes généraux. Ils pensent au sujet des plaisirs. Я слишком обогатил моих генералов. Libre. Они думают об удовольствиях, об охоте, о катании по Парижу в своих великолепных экипажах. Война им уже опротивила. Сир. Ne nous comprenons pas. Pas de but. Pas besoin de cette guerre. Мы сами не понимаем ни цели, ни необходимости этой войны. Эта война ненародна и обречена на поражение. Мы должны заключить мир. Сейчас и немедленно. Александр trop puissant. Il n'a pas la paix, pas de bonheur. Александр слишком могуществен. Он не согласится на мир, не испытав счастья в бою. Если нужно, я пройду в поисках сражения до Москвы, до этого святого города, и я выиграю это сражение. Император повел армию к Смоленску. Как говорили французы, Наполеона мог погубить только Наполеон.